Героическая страница «Защита осажденного Ленинграда» навсегда войдет в историю как образец беспримерного мужества и стойкости солдат и офицеров, а также гражданского населения города. Ленинград не сдался завоевателям, мечтавшим стереть его с лица земли. Бомбежки, артобстрелы, болезни и голод унесли жизни более миллиона человек. Мы благодарны вам за ратные трудовые свершения, жизненную мудрость, активную общественную гражданскую позицию. Вы воспитываете в подрастающем поколении уважение к героической истории нашего Отечества. Являясь свидетелями тех судьбоносных событий, говорите правду о решающей роли советского народа в победе над фашизмом. Низкий вам поклон от всех петербуржцев. От души желаю вам здоровья, мирного неба, благополучия и долголетия. Александр Дмитриевич Беглов. Позвольте выразить искренние слова благодарности и признательности правительству Санкт-Петербурга, Министерству иностранных дел, представительству Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге, нашим коллегам из постоянного представительства при ЮНЕСКО за содействие в передаче и получении памятных знаков в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады 11 блокадников. Для нас большая честь видеть сегодня в зале двух жителей блокадного Ленинграда, Нелли Владимировну Губко и Наталью Валерьевну Щербину. Позвольте передать слово чрезвычайному и полномочному послу России во Франции Алексею Юрьевичу Мешкову. Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны, дорогие друзья, коллеги, рад приветствовать вас в Русском доме науки и культуры. В этом месяце мы отмечаем большой исторический юбилей – 80 лет полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Как вы знаете, мы практически каждый год проводим здесь, в этих стенах, памятные церемонии, но в этом году это действительно особая церемония – 80 лет. 872 дня, в течение которых связь с остальной страной поддерживалась только по Ладожскому озеру и по воздуху, жители Ленинграда в тяжелейших условиях защищали свой город. Но буквально несколько недель назад в одном из американских университетов среди студентов-историков провели опрос, сколько советских людей погибло во Второй мировой войне. Ответ был порядка 100 тысяч человек. Так вот, за время блокады число погибших только жителей Ленинграда превысило 1 миллион человек, а десятки тысяч умерли во время эвакуации. Наряду с уничтожением ленинградцев нацисты планомерно расхищали и разрушали уникальные исторические объекты, стремясь к искоренению российской культуры и идентичности. В их планы входило стереть Ленинград с лица земли и уничтожить всех его жителей. Передающаяся от поколения к поколению память о тех трагических событиях вошла в наш генетический код. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда войсками Германии и их пособниками преступлением против человечности и геноцидом советского и русского народа. Этот правовой шаг особенно важен сегодня на фоне попыток отдельных государств переписать историю Второй мировой войны, размыть понятие нацизм и оправдать действия его современных последователей. Наш долг – сделать эти исторические факты достоянием миллионов людей, сохранить неизменную память о подвиге нашего народа. Поэтому действительно, сегодня хотел бы особо приветствовать находящихся в этом зале свидетелей той страшной блокады, которую они пережили в раннем детстве. Это Нелли Владимировна Губко и Наталья Валерьевна Щербина. В этот день памяти, скорби, но и великой победы, годовщина 80-летия освобождения святого города Ленинграда, хотел бы вручить вам почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Так что
Поздравляю. Поздравляю еще раз. Спасибо вам огромное. А это удостоверение. Наталья Валерьевна, позвольте вам тоже вручить. Это для нас очень трогательно и почетно, что вы с нами сегодня, и с нами сегодня рисунок вашего отца. Так, сейчас мы с вами. Так. И знак. Поздравляю. Поздравляю. Наши французские коллеги тоже принимали активное участие в достижении этой победы. И сегодня мы все всегда вспоминаем и генерала де Голля, и Нормандию Неман эскадрилью. Поэтому это не случайно, что во французском обществе сохраняется память об этом. Я был бы очень рад быть в Ленинграде, и в Петербурге, и в Вене сейчас, и там вспоминать об этом событии. Я пришла сюда, потому что это долг – помнить. Но почти весь мир обращается к переписыванию истории, как ранее заметил господин посол, особенно под влиянием Соединенных Штатов. Поэтому Франция попала в один из пугающих ритмов. Никто теперь не знает, что такое блокада Ленинграда. Это скандал. Я приезжаю сюда, потому что я в любом случае предана Российскому дому науки и культуры. Во всяком случае, здесь говорят историческую правду. Что этот дом представляет? Он представляет мужество, энергию, человеческие ценности, гуманистические ценности, которые сейчас разрушаются. Сейчас везде такая русофобия, что мы обязательно должны приехать сюда, чтобы восстановить истину, историческую правду. Потому что профессора истории во Франции вот уже около 30 лет говорят что угодно. Они подчиняются североатлантической идеологии, которая сеет хаос. Я живу в Берлине, но все равно часто бываю в Париже. Разрушение очень, очень значительно, и мы должны с этим бороться. Это разрушение памяти. На самом деле это бизнес. Никто не говорит о блокаде Ленинграда. И кто такие погибшие? Итак, мы должны приехать сюда, и наше присутствие просто необходимо. Я настолько опустошена, когда вижу, что никто не знает, какая сегодня годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Мне очень грустно, и я надеюсь, что все изменится. Но мы должны продолжать бороться за историческую правду.